солнечного города Сочи. С вами, как всегда, Арина. И я спускаюсь в гор. Лазаревское, Черное море. Все вам передает привет. Ну что, друзья, сегодня 8 у нас июля. И сегодня со мной рядом Жозефинка, вон едет. Я ее посадила сзади, думаю, может быть, вы там ее увидите. Говорю, все, сиди, не бегай там по салону. Сиди в своем сиденье красивом. Она вроде бы сидит, слушается. Потому что мама ее давно не брала, очень жарко было. Но сегодня, смотрю, немножко так пасмурно, что ли. Не так сильно печет солнышко. Поэтому я ее взяла с собой. Значит, о чем я хотела сейчас с вами поговорить. Давай я тебя пропускаю. Ну, во-первых, девочки, хочу сказать вам, что я сейчас крашусь сама в домашних условиях. Как говорится, я не хочу переплачивать. Мне девочка-мастерица сказала, как это все делать. Да что ж такое-то, а? Тут прям выстроились. Давайте. Видели, что там происходит? Вот, значит, как, чем я крашусь? В общем, сейчас я покрасилась. Крашусь я все равно двумя этапами, девочки. У меня краска просто чисто не берет сразу за один этап, чтобы высветлиться, как мне надо. Поэтому оксидант у меня троечка. И сначала я крашусь, наношу я пудру, развожу я ее. Пудра для осветления с оксидантом. Сижу где-то 40 минут, потом иду смываюсь, потом уже наношу краску, тонировку 9-12, тоже с оксидантом, капус. Вот и вся моя история с оксидантом и с капусом. В общем, второй этап у меня, я сижу 30 минут и смываюсь, потом брызгаюсь всеми разными средствами. Ой, ушлые полезли, как всегда. А вот. Давай, давай, я тебя уже пропущу. Давай. Ну, а ты что? Ну, когда женщина начинает потихоньку вылазить, мужчины не выдерживают этой медлительности. Ну, ладно, флаг им в руки, как говорится, барабан на шею, пускай идут. Я никогда никуда не тороплюсь. Так, по поводу краски я вам как раз вот это дело все рассказала. Дальше, девочки, что я купила в торговом центре «Бирюза». Так, как я поеду? А, я поеду по колораж, потому что мне надо... Я сейчас поеду на Павлова. Но, во-первых, вот очки. Вы сразу наблюдаете, да? Очки, кошелек, девчонки, и сумка. Сумку покажу, как подъедем. И по поводу лекарств. Значит, я вам говорила, что я по всем аптекам езжу. Ну, вы знаете, у меня просто есть этот гипосарт еще от давления. Но все же я такая поезжу, думаю, посмотрю. И вообще, мне самой интересно и вам рассказать, где дешевле. В общем, во всех аптеках, как правило, выяснил, 650 рублей. В одной только вот мне предложили в апрель купить карту на 200 рублей на месяц. И тогда будет 450 рублей. Я такая еще та, я могу вот это, знаете, позаморачиваться иногда. Не в плане тут денег даже, а в плане просто мне интересно стало. Где я найду подешевле? И вы знаете, в общем... Для чего нужны интернет-магазины? Я решила сделать ход конем. Я зашла в приложение, это не реклама, это вот мое чисто мнение, в апрель в Аптека Плюс. Есть приложение такое Аптека Плюс. Не во всех аптеках вы можете выкупить этот товар, только в Аптеке Плюс. И сейчас как раз я вот туда направляю Жозефинкой. Хочу посмотреть как раз на улице Колораж Магнит.
заработала платная парковка или нет. Мы как раз это все дело проверим, пробьем на сегодняшний день, да. Вот, и вы знаете, в общем, в этой аптеке, хотя там разная дозировка, ну и везде я спрашивала, 8, 16, 32 гепасар, девочки разбираются в этой теме. Угу. Вообще надо где-то 16. Ну, как всегда, когда я еду, люди идут, а мы обязаны их тут пропустить. Ну и за мной очередь сталкивается, видите, машин. Ну, давайте, давайте, давайте. Ой, все, прошли. Вот, значит, 409, что ли, рублей стоит гепасарт на 16. Значит, и остальные тоже лекарства, там, если какие нужны, я тоже посмотрела, они дешевле. Значит, заказала я сегодня с утра, они заказ собирают, и то, что через онлайн, получается намного дешевле в этой аптеке. Ну, представьте, 650, да, и 400, там, 10, 409 рублей. Разница, я считаю, огромнейшая. За исключением того, что каждый месяц их надо пить, да, то есть это, напоминаю, это от повышенного давления. Так, ну что, что ж такое здесь происходит? Варьируют на дорогах, как хотят кавказцы. Только пугают бедную женщину. Так, ну что, я заезжаю. Так вот, и все, и буквально там час-два, и... А, не работает еще платка. Отлично, на магните. Потом узнаем, сколько будет это стоить. Ну и, в принципе, как бы все, час-два, и как бы заказ собран. Единственное, что встать негде на улице Павлова. Мне придется сейчас проехать к торговому центру, пройти там насквозь через все для дома, выйти на улицу Павлова и пойти к той аптеке. Ну, что делать? Тут, как всегда, столпотворение. Тут не могут машины. Таксист встал посреди, представляете? И все, и всех там выгружает. Машины стоят и там, и там. Отлично. Таксисты рулят, я говорю, у нас. Просто рулят. Так. Ну что, давайте уже подъезжаем. И ищем местечко, как всегда. Угу. Наконец-то рассосались, а то не знают, кто куда ехать. Так, и сейчас мы будем искать местечко. Я отключусь пока. Так, ну что, мы припарковались. Жозефинка рядом. Идем в торговый центр Павловский, чтобы пройти на другую сторону, на улицу Павлова, через все для дома. Не стала я никакие платья, девчонки, одевать, потому что жарко все равно, да? Тут, как всегда, наш рай, девочки, да? Все, мы так это любим. Но обратно мы тоже здесь пойдем. Тут тоже, кстати, вот столы продаются. Я все еще не выбрала себе. И поднимаемся. Давай, Жозефин, поднимайся. Кстати, девочки, кто-то у меня спрашивал про подарки. Вот смотрите. Есть вот такое DMI SDEC. Номер. И все, да? Тут больше ничего не написано. Так, ну что, друзья, идем
вот здесь вот как раз две аптеки. Аптека Вита Экспресс Плюс. Я так понимаю, это аптека. Сейчас мы туда зайдем с вами. Рядом Софи, парикмахерская студия красоты. Требуется, кстати, мастер-бровист. Я вам сейчас покажу объявление. Вот в эту парикмахерскую студию требуется. Может быть, кому-то надо. Так, Жозефин, тут запуталась. Пойдем. Видите, как она? Она не понимает, что у нее шлейка между ног застряла. Поднимай лапки. Вторую. Молодец. Она ищет, на кого бы полаять, как всегда. Вот, смотрите, сдам кабинет косметолога под ключ. И требуется мастер-бровист номера. Угу. Так, мы идем в эту аптеку. Здравствуйте. Так, ну, значит, мне сказали не сюда, а где-то по линии еще ищем. Видите, не так-то просто тут все это дело найти. Я вам все это показываю. У вас уже будет знакомый. А, вот она, вообще незрачная, смотрите. Аптека Плюс вообще незрачная, даже ничего нет. Никакого объявления. Пойдем, Жозефин. А она существует, поняли? Вот так вот, все спрятано. Это именно через заказ онлайн. Так, ну что, друзья, в общем, 368 рублей. Вот, осмотрите. Если вы сидите на каких-то таблетках, лучше не переплачивать, а заказывать через вот это приложение. Не реклама, опять же говорю. Это, видите, по моему опыту. Потому что я 2 недели бегала по аптекам и не хотела покупать гипосарт за 650 рублей. Вот и считайте, сколько они прибавку делают. 368 рублей я сейчас за него заплатила. Гипосарт на 16 миллиграмм. Так, ну что, мы с вами идем дальше. Давайте посмотрим, сколько стоят здесь всякие ракушечки. Так, Жозефина. Мед, смотрите, 320 рублей баночка. Кстати, я сегодня в серебро все переодела. Здравствуйте. А, вот какие-то браслетики по 200 рублей есть. Вот эти по 300 рублей. Это не настоящие, да, камешки? Настоящие? Ну, 300 рублей не может быть настоящий браслет. Так, Жозефина, куда ты? Ну, просто мальчик, наверное, не знает. Так, смотрите, 150 рублей. Какие красивые, яркие такие. Видите, платочки женские. Ракушки. Распродажа. 50 рублей. Тихо, тихо. Видите, я ее и так уже вот держу на коротком поводке. Она все равно пристала к женщине. Поэтому я ее редко беру летом. Много народу ходит. Так, 100 рублей ракушечка. Красивые какие, смотрите, девочки. Да? Так, Экобук. 580 рублей. А? Я не слышу, что вы говорите. Ютуб. Ютуб. Так, Лазаревская, смотрите, вот 560 рублей. Красивые такие. Это у нас из дерева. А дерево какое? Знаете? Дерево. Из дерева какого сделано? Бук, да? Бук. Экобук. Бук написано, да? Сами делаете, да? Мальчишки, молодцы, вам реклама на Ютубе будет. Вот, смотрите дальше, что тут еще у них есть. Ну, вот сувениры, как и всегда, везде. В принципе, чай. Вот еще у мальчишек по 150 рублей. Интересные. Ага. Так, хорошо, спасибо большое. В общем, кому надо... А, девочки, смотрите, давайте, женский рай. Все по 40 рублей.
Видите, где мы сейчас находимся? Пересечение вот этой улицы с Павлова, возле вот этого здания, да? Угу. Давайте посмотрим, что здесь есть. Все по 40. Здравствуйте. А, ну тут в основном детская, наверное, да? А, заколочки есть. Вот. Угу. Носочки. В принципе, ничего особенного. Так, и давайте переходим уже на другую сторону. Я могу, кстати, не через магазин, а в обход пройти и посмотреть, какие там палатки еще работают, овощи, фрукты возле Магнита. Угу. Цветочки. Смотрите, студия красоты Мари. Ага. Так. Знаете, друзья, хоть и солнышка нет, но просто вот я иду, с меня под градом льется. Так, фреш-бар. Давайте глянем, что там. Здравствуйте. Ой, у вас так прохладненько здесь. Смотрите, какая красота. Пироженцы. Нет, просто покажу ваш кафешечко. Сегодня отличный день для совершения подвига вперед. О, супер, девочки написали, молодцы. А, тут цены как бы, да, вот вы. Капучино 170, латте 190, раф 260, мокко 220, американо 150, экспресс 100. Да, такая, вот она просто, девочка руку к ней протянула, все, видите, хозяйка рядом, охрана. Так, ну вот, друзья, настрою сейчас покажете. Посмотрите, почитайте цены. А, вот, наверное, это от них напиточки. Видите? Манго, клубника по 350, bubble tea, джуз с булами. Девочки, язык сломаешь, пока прочитаешь это название, согласитесь. Молочные с джуз с булами. Ух ты, с тапиокой. Ой, вот то ли было раньше у нас, да? Все понятно. Лимонад, коктейль молочный, все дела. А вон молочные коктейли почем? Давайте тоже покажу вам. Молочные. Ну то же самое, в принципе, как и там. Молочные по 400 рублей. Так, ну что, друзья, идем дальше. Что у нас здесь по этой линии продается? Так, табак и мясо. А мясо закрыто, по-моему, да, получается? А, нет, открыто. Мясная продукция тоже. Ой, здесь так прям прохладненько. Такая улица прохладная. Жозефина, смотри там, не съешь никого по пути. Я просто давно здесь не проходила уже по этой стороне. Видите, салон красоты открылся. Кстати, на каждом шагу. И они, я так понимаю, действуют все, да, салоны. Потому что девочки и мужчины любят за собой ухаживать. Вот, видите, салон красоты. Так, Жозефин, дай ему встанем, вот так вот покажем подальше. Дальше, смотрите. Оформление бровей 500 рублей, оформление бровей плюс окрашивание 800, Рената. Маникюр, покрытие, гель-лак 1300, Диана. Аренда рабочих мест, приглашаются мастера, салон красоты Мария. Так что, видите, девочки, обучайтесь, молоденькие девчонки, смотрите, кто здесь живет, обучайтесь, смотрите, сколько вакансий. Вообще супер. Я думаю, что вы узнали это место, где я иду, да? Каждый тут, наверное, проходил, кто в Лазаревском побывал. Так, ну что,
Какой красивый олеандр. Сейчас мы его заснимем, девочки. Мужчины подойдем поближе. Жозефина то бежит, то медленно идет. Наверное, ей тоже жарко, да? А, сразу побежала такая. Ой, мама слышит. Я не могу, смешная какая. Ах, вот оказывается, что я хотела посмотреть. Здесь тоже поставили, видите? Так. Здесь тоже поставили. Куда ты рвешься все? Платную стоянку делают. Видите, я думала, интересно, с этой стороны тоже поставят? Да, поставили тоже эти аппараты. Но их пока не подключили. Вот, давайте посмотрим. Я знаю, девочки писали, что олеандр, он ядовитый, но мы же не трогаем его. А с другой стороны, вы знаете, благодаря ему так все красиво, и он очень долго цветет. И, кстати, ой, как же он вкусно пахнет. Ой, вообще шикарно. Знаете, какой у него прям запах? Как черешня или вишня, вот когда цветет, прям такой вкусненький запах. Сдаю жилье, все удобства, ух ты. Смотрите, сейчас я вам вот это здание вот показываю, да? И скажу номер телефона. Там очень бледно написано. 8-918-408-39-63. Еще 8-918-106-28-44. Вот так вот, в общем. Так что вот так вот, друзья. Какая красота, да? Сейчас мы фоточку сделаем красивую. Так, ну что, друзья, островок, свежие продукты. Здесь раньше весной, я помните, покупала рыбу. А там написано фрукты и овощи. Рыбу уже давно убрали. Но я очень давно бываю в разных местах. Не могу везде успеть. А вот. Ну, в общем, смотрите по ценам. Посмотрим. Какие кавказцы злые поехали, вы видели? Я прошла дорогу, они мне сигналят. Типа, быстрее, женщина, иди. Господи, что такая медленная. Ну, нельзя подождать, да? Вот такие странные. Я тем более перешла так аккуратненько. Стою и иду дальше. Так, ладно, проехали, девочки. Мы настроение себе не портим такими мужчинами злыми. Нет, здрасте, цену просто хочу посмотреть. Так, груша 280. Так, абрикосики почем? 250. А сколько черешня? 450. Собак, ага. Такие красивые ушки. Только я злая очень. Злая, да? Да, она всех ругается. А, потому что у нее красивые. Охраняет ушки. Всех. Это хозяйку защищает? Конечно, есть хочет всегда. Мама ей есть не даст, если она не будет защищать. Так, ну там овощи, фрукты. Да, нету, рыбы нет. А не знаете, почем будет платная вот эта? Да. Никто не знает, сейчас, видите? Сейчас, ну как в Бирюзе, сначала сделали, а на следующий год уже все платно стало. И час, и второй, и третий. В общем, видели вот так вот. Здрасте. Продажа свежая кукуруза 40 рублей, да? Арбузы 50. У вас рыбы же тут нету, правильно? Я понимаю. Ну, я знаю, это который Камчатка. Нет, я хотела другую рыбу, которую я брала с палаток, с этих. Так, хорошо, понятно. Друзья, вот мы, видите, мы вот так вот обошли, не через магазин, а по улице. Так вот, друзья. Жозефина не обрастает, девочки. Я склоняюсь к этому, к тому, что ее надо стерилизовать. Стерилизовать пожаре нельзя, но жду осени. Вот как-то так, девочки. У меня единственная, в принципе, надежда на это. Сяду в машину, покажу вам сумку, которую купила. Друзья, без кондиционера жизни нет. Я дома под кондиционером и в машине.
Значит, смотрите, девочки, вот такую сумочку я купила. Вы ее там видели. Сейчас я ее закрою. Вот такую кроссбоди. Я думаю, что вы помните. Кстати, вот не знаю, ярко такая, знаете, прям цвет салатовый, как маркер. Вот эта вот побрякушечка, да. Вот. И она, в принципе, вот на замочке. И вот такая у нее ручка широкая. Очень удобная, прям на лето. Джинса, видите, вареная такая джинсовка. Симпатичная, вообще супер. Мне прям понравилось, видите. Так что вот тот магазин, он прикольный, мне он нравится. Ну и там внутри, естественно, есть маленький кармашек. Так, кошелечек я вам показывала уже. Очень удобный, кстати, кошелечек. Мне понравился. Вот. И вот кармашек там, кстати. Как всегда, маленький кармашек. И мой гипосарт лежит. Сейчас с вами будем чистить 4 кукурузки и отваривать. В таком пакетике они мне как раз ее продали. Вспоминать детство, так называемое. Помните, друзья? Я помню, что мы у бабушки в деревне всегда ходили на поле, рвали кукурузу. Так, ну тут, конечно, она такая, ее надо чистить. Смотрим, какая она. Ух ты! Симпатичненькая внутри кукуруза-то. И еще помню, в детстве, девочки, напишите, мы куколок делали. Вот как раз вот от кукурузы отходы. Так. Я кукурузу как-то при вас покупала один раз на море. Больше я ее не покупала. Ну, в принципе, считаю, нецелесообразно платить 150 рублей, когда я могу ее сама отварить. Так, я ее сразу делю напополам. Ну, как-то так. Как вот оторвалась, уже так оторвалась, да? Сейчас к вам вернусь, почищу всю ее. Так, ну вот, видите, я напополам ее делю. Мне так удобнее варить. Ну и кушать, в принципе, по половинке удобно. Сейчас мы зальем водичкой и поставим на огонь вариться. Так, воду я сразу солю. Ну и посмотрим, в принципе, по мере приготовления, сколько я ее буду варить. Час или два. Микроволновки у меня нет, сразу не пишите мне.
микроволновки, я знаю, было бы очень даже побыстрее. Но, в принципе, я такая, я люблю подождать и потом посмаковать это вкусненькое дело. Ну и сейчас я уже буду обедать. Покажу вам, что я варила на обед себе. Так, а на обед у меня будут щи. Я готовила их еще вчера. Сейчас я их подогреваю. Я готовила из свининки. Здесь все свежее. Свежая капусточка, морковка, лук, помидорка. Немножко соуса, кетчупа. Потому что у меня томатного не было. И картошечка. То есть, в принципе, вкусненько и прекрасненько. И всем желаю приятного аппетита. А кукурузка у меня только-только сейчас будет вариться. Ну и напоследок хочу показать девочке очки. Вчера я покупала, в какой упаковочке мне их продали. Вот такие очки. Смотрите, написано, конечно, Fendi под Fendi. Это понятно, да? Но хотя цена не 2-3 тысячи. Вот, значит, вот такая вот коробочка. В коробочке еще одна коробочка. Так, что здесь у нас? Здесь очень много бумажечек. Я даже, кстати, не смотрела. Так, есть здесь вот такая вот карточка. Ну и салфеточка. Протирать очечи, да? Так, хорошо. И, значит, красная футляр. Ну, вот мне больше в тех нравится футляр, который я купила в ГЕС. Но они все разные, конечно. Очки я положила в коробочку. Тут Fendi тоже написано. Вам, наверное, не будет видно. Вот выбито Fendi. Вот. И очки поближе сейчас еще вам продемонстрирую. Вот, смотрите, как красиво, да? Вот это у меня оформление. Я так люблю, когда вот боковые, вот боковинки вот эти вот у очков очень красиво оформлены. Мне очень нравится. И они такие в коричневом цвете, естественно. Одеваешь, и все такое коричневое. Как я вам? Кстати, колечко сегодня со змейкой одела, девочки. Серебряное. Так что вот так вот. Напишите, как вам понравилось. Ну и кошелечек я вам показывала. Обычный кожаный, красненький, симпатичненький, маленький. Маленький, главное, маленький. А, и сегодня, видите, я переодела вот такие тоже серьги. Я включила кондиционер, но очень жарко все равно. А, и вот как я покрасилась. Хочу поближе вам показать. Все вроде прокрашено, видите, но двумя уровнями я красила волосы. Так что вот так вот, друзья. Все я вам показала. Сейчас я буду уже обедать, а с вами буду прощаться. А позже я буду есть кукурузку, а еще позже арбуз. Но, в общем, лето продолжается, да? И хочу поблагодарить за все комментарии, которые вы пишете. И уже, наверное, с вами попрощаться. Желаю вам прекрасного настроения, отличного дня, вечера, ночи. Смотря в какое время вы меня смотрите. А с вами, как всегда, была Арина Море, Сочи, друзья. Пока-пока!